65-61, тому що по ходу матчу було плюс 25. Які враження? Ну, звісно, головне, напевно, позитивний результат. Знаєш, сьогодні немножко друга гра, про що вчора говорили. Сьогодні вже була задача не просто просмотреть игроков, там, поекспериментировать, а сыграть именно на результат. Тогда я стояла задача в раздевалке. И нужно сказать, что ребята сегодня вообще все установки на игру выполнили, скажем так, не 100%, потому что есть вот эта усталость из-за сборов, из-за физической нагрузки, но процентов на 80 установку выполнили. Радует то, что очень-очень горячо ведет себя скамейка, то есть когда ребята показывают действительно такую сплоченность, настоящая сборная Украины, очень хорошо поддерживают друг друга, каждый игрок, который выходит, старается отрабатывать на 100%. Вот. Надеюсь, в таком ключе дальше продолжим работать. Что скажете про травмованных? Сегодня, на жаль, не все могли взять участь. Насколько серьезные травмы там Мусиенко? Ну, Мусиенко пока вообще не приступает к тренировкам. Антоненко сегодня не смог принять участие, потому что после вчерашних, даже вот этих 10 минут, которые мы ему дали, обострились боли в спине. Он пока будет пропускать работу. Вот. Плюс сегодня улетел в Америку Миша Ягодин на визит в университет. К сожалению, мы не смогли с тренерами договориться о том, чтобы это сделали дистанционно. Посмотрим сейчас, как он вернется, как будет все с его дальнейшей подготовкой. Вот. Святослав Михайлюк, как вы даже видели, сегодня он получил микротравму, но вернулся на площадку. Во-первых, это и показатель, да, того, что не безразлична сборная. И второй момент, мы его держим сегодня на площадке, потому что нужно восстанавливать функционал, даже там плюс-минус играет, мы держим, потому что он пропустил весь период сборов, перед этим у него была травма. То есть, по большому счету, он месяц вообще был без мяча, без тренировок. Сейчас попытаемся за счет игр опять-таки восстановить его кондиции. Вот. Сегодня вся команда отыграла намного лучше, чем вчера, и в плане самоотдачи, в плане защиты. Сегодня вообще защита очень понравилась. Да, были провалы, но это такое поправимое, как бы, рабочее момент. Цими матчами з Францією ви розпочинаєте ігровий цикл підготовки, да, зовсім незабаром там, турнір Франції, потім Італія. Наскільки команда вже зголодніла саме за матч? Ну, я думаю, играть все любят больше, чем тренироваться. И по этим играм, поверьте, они сейчас невероятно уставшие. Они сегодня в раздевалке на скамейке, все время разговор был. Там тренер, я сколько смогу, потерплю, попрошу замену. То есть, как бы, ну, ребята через не могу сегодня. Играли, поверьте, они очень уставшие. Вот. Радует то, что вот сегодня они все-таки вот нашли в себе эти силы. И я уверен, с таким же желанием будут работать дальше, играть дальше. Потому что вот они сегодня увидели, что та тяжелая работа, которую мы делали каждый день здесь, она дает свой результат. Мы сегодня обыграли как бы не просто какую-то там посредственную сборную. Эти ребята всего лишь 3 месяца назад выиграли чемпионат Европы. Через пару недель у них стартуют игры чемпионата мира. Как бы эта команда уже на ходу, она уже готова как бы к серьезным как бы результатам. Вот. И то, что мы сегодня смогли одержать победу, я думаю, что это неплохой показатель. Это как бы ничего не значит, что мы вот все, мы теперь обыграли чемпиона Европы. Понятно, что французы, наверное, тоже пробовали какие-то новые связки, схемы новых людей. Вот. Но тем не менее, как бы позитивный результат мы всегда хорошо. Спасибо.